первом квартале этого года в Казахстане примут меры по улучшению инвестклимата. Их реализация предусмотрена в антикризисном плане правительства. До июля 2016-го будут разработаны инвестиционные программы развития 6 макрорегионов – Южного, Северного, Центрально-Восточного, Западного регионов, а также городов Алматы и Астана. А стимулировать инвест-активность частного сектора планируется через долгосрочные контракты на 3 года и более. Также активизировать партнерство государства и бизнеса планируется посредством дорожной карты. Ее примут весной. Индустриально-инновационную политику адаптируют к новым условиям. Будет осуществлен переход от модели развития с акцентом на производственный сектор к более устойчивой сервисно-индустриальной. В детальном плане привлечения инвестиций отдельное внимание уделяется образованию. В мае на базе хай-тек-парка Астана бизнес-кампус Назарбаев университета и алматинского технопарка Алатау будет утверждена дорожная карта для развития научно-инновационной системы. Министерство образования подготовит предложение по созданию совместных центров, которые будут готовить технические кадры по опыту Германии, Канады, Австралии и Сингапура. Что касается нефтегазового сектора, то здесь продолжится реализация крупных проектов. В декабре этого года планируется начать коммерческую добычу нефти на месторождении Кашаган и завершить расширение Каспийского трубопроводного консорциума. А в конце следующего года к финалу подойдет строительство газопровода Бейнеу-Базой-Шымкент и модернизация НПЗ в Атырау, Шымкенте и Павлодаре.